что нельзя делать на яблочный спас. Древние приметы, поверья и традиции. 19 августа православные христиане отмечают второй яблочный спас или преображение Господня. Второй спас приходится на дни Успенского поста, поэтому в этот день существует множество запретов работу в поле и по дому. 19 августа православные христиане отмечают второй яблочный спас или преображение Господня. На праздник яблочного спаса категорически нельзя жадничать, ругаться и сквернословить, конфликтовать с окружающими, говорить и желать плохое другим людям. Необходимо простить все обиды. Также нельзя отворачиваться от людей, просящих о помощи. На второй спас нельзя есть яблоки до освящения в церкви. Раньше, только после посещения богослужения в праздник яблочного спаса, люди начинали собирать фрукты нового урожая и благодарить Бога за все его дары. Как и в другие церковные праздники, на яблочный спас нельзя выполнять тяжелые работы. Заниматься строительством, работать в поле, по дому и в огороде, заниматься рукоделием, шить, стирать, убирать. В этот день нельзя убивать или прогонять насекомых. К ним на второй спас особое почтение. Нельзя купаться в водоемах на яблочный спас. Согласно древним поверьям, считалось, что можно потревожить водяных и русалок, которые в этот день залегали на дно и готовились к зимней спячке. В этом случае можно было навлечь беду на всю семью. Запрещены шумные вечеринки и гулянья, распитие алкогольных напитков, употребление мяса, молока, жирной и животной пищи. Предпочтение стоит отдать растительной пище. Что можно делать на праздник яблочного спаса? На праздник яблочного спаса можно собирать яблоки нового урожая и заготавливать их на зиму. Варить варенье, сушить, консервировать. Можно выпекать пироги из яблок, готовить блины и вареники с яблочной начинкой. Можно угощать освященными яблоками соседей, друзей и всех нуждающихся. Считается, в день яблочного спаса они обладают особой целительной силой. Праздник яблочного спаса. Народные приметы в этот день. К самым распространенным народным приметам на второй спас можно отнести. Какая погода на яблочный спас, такая будет и на покрову. Пчелы роятся к дождю. Идет дождь к холодной и дождливой осени. Сухой и солнечный день, осень будет сухая и теплая.